Дашенька, а тебе нравится мультфильм «Маленькое королевство Бена и Холли»? А ты знаешь, что есть очень много игрушек по этому мультфильму? И у меня есть маленький сюрприз для тебя. Смотри! Это замок, где живет Холли со своей семьей. А кто еще в замке живет? Папа. Папа-король, конечно же. Чертополох. Вот он, папа-король. И еще не... А еще есть у Холли. Кто лучший друг у Холли? Бен, конечно. А я же настоящая эльфа. С Холли есть кто? Гастон, да, маленький Гастон и лучший друг Бен. Привет, друзья! Привет, Дуля! Сегодня мы будем открывать замок, да, из мультфильма Бена и Холли. Да. И еще много игрушек. Да. Начнем? Да. Хорошо. Конечно. Замок мы освободили. Кровать. Смотри, под кроватью что есть? Ну-ка, откроем. А там волшебная магическая книга для того, чтобы феи могли совершать свое колдовство. Здорово. Кровать можно сразу, кстати, отправить в комнату Холли. Я думаю, что это комната Холли, правильно? Комната Холли, какой у нее красивый ковер, а это у нее сундук с игрушками. Да. Так, а где наша сама Холли? Мы же ее еще не достали. Так, достаем нашу Холли. Ой, какая она красивая. Она со своей волшебной палочкой, с которой она никогда не расстается. И маленькие крылышки, потому что она фея. Да. Так, отправим ее в замок. Здесь есть подставочка для нее, но нам она пока нужна, мы ее положим. Ребята, давайте. Смотрите, есть фокус в этом замке. Это сундук, в котором хранятся игрушки Холли. Вы видите, там кубики у нее всякие, пирамидки. Но есть потайная дверца, где потайной ход. Так Холли попадает на первый этаж. Смотрите. Хорошая шутка. Интересно. И отсюда вот так вот она через дверку попадает на первый этаж. Да. Но это еще не все. Держи, Холли. Давай покажем. Да, положим на кроватку. Поспи, да? Она утомилась. Кстати, здесь вот есть ее рисунки, да, которые она сама рисовала. Да. Вот, смотрите, какой есть сундук. Покажи, Даша, фокус-покус. Сундук пустой, а сейчас сундук полон золота. Здорово? Да. Да, здорово. А хочешь, Даша, я тебе еще один фокус-покус покажу? Да. Смотрите, ребята, фокус-покус. Это, конечно же, няня План варит свое волшебное... Фокус-покус. Средство. Если мы повернем ручку... Смотрите, открывается холодильник, видите? И переворачивается картина. Вот это магия, потому что это волшебный замок. Да. От этого колдовства. Что у них там в холодильнике есть? Давай посмотрим. А в холодильнике у них, конечно, много полезных овощей и фруктов. Это здорово. Так, здесь картинка, раз. И тут появляется король. Класс. А еще этот трон, где сидит Холли, например, может сидеть. Вообще, конечно, здесь сидит папа-король. Вот он. Смотри, Дашуль, этот трон, он может стать выше. Вот так вот. Может король смотреть. Так, что там делается? Ну-ка, свысока посмотрю я. А потом, чтобы слезть с трона, он...
вот так вот опускается и идет. А что здесь? Давай посмотрим. Да. Так, ну и вот так вот Холли выходит из замка. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пойду погуляю. Пам-пам-пам-пам-пам. Классный? Да. И, конечно же, здесь написано, что королевство Бена и Холли. Маленькое королевство Бена и Холли, название мультфильма. Видишь? Уже! Давайте поиграем! Это вот можно сказать, поднимать трон. Так, ну что, давай, наверное, заселим в замок папу короля? Да, и Бена. Да, давай откроем. Машенька, посмотри, что у нас здесь есть. Папа-король. Да. Здравствуй, Холли. Здравствуй, Даша. Здравствуйте, ребята. Смотри, еще одна Холли, только в другом платьице она. И без короны. Так. Подставочка. Вот такая вот девочка. Холли маленькая. Сундук. Ой. Да, Холли, смотри. А этот сундук без сюрпризов. А нет, сюрпризов тоже пусто. Сюда можно что-нибудь складывать. Да. Так, смотри, зеркальце есть. Холли-холли смотрится. Кстати, смотрите, фокус, здесь зеркало. Фокус, Холли смотрится в коробке и с палочкой. Ой, какая красивая. А потом так зеркальце переворачивается. И Холли обычная в своем платьице. Да? Ой, привет, привет, привет. Привет, Бен. Привет, Холли. Так, ну, конечно, кровать и волшебная книга. Но она не открывается. А, и еще, конечно же, комод. Комод розовый для девочки, да? Да. Смотрите здесь. Смотри, давай покажем. Покажем, какая здесь волшебная палочка лежит. Холли положила ее на комод, да? А сама, наверное, побежала играть с Беном. Держи. А это всякие баночки, Холли. Это будет весело. Так, ну вот, у нас есть две кровати. Есть. Можно это тоже поместить сюда в замок. Смотрите, да? Да. Поставим вот сюда. Да? Это тоже поставим. Смотрите. Ой. Так. Да, Даша сама разместит, куда ей нужно. Все. Так. Это волшебная книга. Это вот и король. Так вот. Вот так. Да. Ну вот, наконец я на своем месте. Бумс. Не удержался. Ой, какой прям циркач. Даже давай, наверное, уже Холли скучно одной, откроем Бена, да? Вот он такой Бен, красивый, в колпачке со своим дубовым листиком. Как украшение идет. Привет, ребята! Бен мой лучший друг! Холли, ты пойдешь играть? Пойдем гулять. Гастон, да? Как Гастон? Пав-пав! Делает. Да. Ну вот, ребята, мы открыли замок, открыли еще игрушки из мультфильма Бена и Холли. Тебе понравилось? Да. И мне понравилось. Очень замок интересный, волшебный, столько много прибамбасов там, да? И много волшебства. У нас еще есть сюрприз. Дашенька пока про это не знает. И вы, ребята, тоже. Смотрите, скоро будет ролик, который будет посвящен игрушкам, также из мультфильма «Маленькое королевство Бен и Холли». Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. Не забывайте про колокольчик. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.